В День народного единства мы вспоминаем великий подвиг нашего земляка Кузьмы Минина. Об этом свершении сказано многое, но есть детали, известные далеко не каждому. Удивительную историю рассказывает автор 17 века Симон Азарин. В его книге Минин – торговец, но в то же время человек, который уделяет много времени духовной жизни. Однажды он уснул после молитвы и во сне увидел Сергия Радонежского. Святой призвал Минина собирать ополчение для освобождения Москвы. Но тот, как сказано в книге, не придал сну значения. Не обратил внимания на видение Минин и во второй раз. А на третий Сергий строго сказал ему: «Старшие не возьмутся за такое дело, но младшие начнут его, начинание их будет делом благим и придет к доброму завершению». Чем закончилась эта история, знают все. Сергий Радонежский, когда-то миривший нижегородских князей с Москвой, помог простому горожанину поверить в свои силы и решиться на невозможное. И теперь его имя – это имя освободителя. Хороший повод задуматься, на что способен каждый из нас для своей Родины. И стоит ли нам сомневаться в собственных силах? С праздником вас! С Днем народного единства!